Добрый день, Райхан. Добрый день. Как вы поживаете? Джахсы, как вы сами? Ой, слушай, Беназир, помнишь, ты мне предлагала масло GNT's от боли в суставах? Да, помню. Да? Помнишь его? Я же его это с собой тут носила, надо было мне. Слушай, хочу сказать, что масло работает очень хорошо. Во-первых, мне понравилась его текстура, да? Ты сама пользуешься, вернее, папе, да, ты? Да, я папе даю, да. Папе даешь? Ага. Ты знаешь, мне оно понравилось чем? Понравилось тем, что, во-первых, я люблю, обожаю запахи. Вот именно вот этот запах ментолы, да, запах вот кокоса, вот всякие вот эти вкусные такие запахи, экзотические, скажем. А структура очень хорошая. И когда намазываешь на тело, она мягенькая, во-первых. И вот эта ментол, она охлаждает прям кожу, да? Вот некоторыми я пользовалась средствами, они прям, как сказать, холодок такой сильный идет. А здесь такой холодочек, знаешь, легенький. Угу. Вообще я днем некогда же мазаться, хотя там написано 3 раза можно в день, там можно хоть сколько раз в день можно мазаться. Я же его пользовалась только перед сном, ночью. И мне понравилось то, что она сильный такой холодок не дает. Когда вот намазала, оно, знаешь, вот легкий такой. Да, легкое. И потом чувствуется все равно вот это вот, как она работает, вот эти масла там. Там, по-моему, 7 или 8 масел, да? Там много масел. Там 7 или 8 масел. Я уж не помню, в это и не вдавалась, как говорится. Главное, чтобы мне эффект был. Самый главный. Да. У меня мышечные боли бывают. Я сама массажист же, да? И у меня вот мышечные боли бывают. Ну, суставы тоже, конечно же, думаю, что болят. Пользуюсь. Чисто вот помазала аккуратненько. Впитывается очень хорошо, кстати. И сама текстура, как я говорила, очень хорошая. Ага, а клиенты вот поэтому вас... тебе огромная благодарность за нее. То, что предложила мне. Пользуюсь с удовольствием. Это у меня уже вторая. Слушай, Беназир, раз пошла такая массовка, я хотела бы знать еще, какие есть... какие масла есть, какие есть в наличии там, ну, ассортимент, короче, ты мне скинешь, хорошо? И я хотела бы еще посмотреть масло, если есть массажное масло, крема я посмотрю для лица, какие есть, ну и какая там перечень. Вам как массажист, я бы хотела вам предложить масло Кокале. Оно очень хорошо для массажа лица. Вы же профессионал этого дела. Ну да. Да, и поэтому можно будет. Давайте вы попробуйте, посмотрите. Хорошо. Да. Хорошо, спасибо, дорогая. Благодарна. Приятно было увидеть вас. Да. Ну и спасибо фирме, конечно же. Вот Барака, да? Да. Фирма называется. Вот. Благодарю.